А чье мнение для вас, вот я уже понял ваше отношение к профессиональным критикам. Вот кого вы слушаете? Вот, я не знаю, из родственников. Не назову. Нет, вот я имею в виду. Из сверстников? Нет, там родственники, друзья, я там не знаю. Вот чье мнение для вас важно, а что вы, так сказать, ну, принимаете к сведению, не все. А есть такие люди, которые выскажутся о вашей работе, и это заставит вас там что-то переосмыслить, о чем-то задуматься и как-то сделать по-другому. Или таких нет? Ну, во-первых, для меня мнение моей жены, с которым мы играем в спектакль. Она тоже Надежда актриса, Борисова, да, поэтому да. Она может профессионально. Лев Иванович Борисов, который всегда... Удивительная вещь. Мы как-то раз с Надеждой сыграли сцену. Там такая чушь была написана. Вы только для тех зрителей, которые, может, не в курсе, вы так полностью озвучите. Это был сериал «Братаны». Да, сцена была написана. Про вашу супругу. Да, мы сыграли с Надеждой Борисовой. Да. Она играет мою девушку. И вдруг мы открываем новую сцену, которая была написана. Она длинная, огромная, но мой герой в ней прописан просто, извините за выражение, таким жлобом. Я говорю, мой герой не может быть таким. У меня не получается. Это все равно, что из другого взяли персонаж. Мы вдвоем переписали сцену. Так. Потому что подошел режиссер, сказал, надо снять, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Ага. Мы вдвоем с Надеждой переписали сцену, и самое удивительное, когда Лев Иванович смотрел, он всегда молча смотрел, говорил, только в конце, а тут молчит. Полчаса молчит, час молчит. Потом, вот скажите, а вот эту сцену на кухне, разговор ваш, кто написал эту сцену? Мы. И сейчас думаю, ну, скажет там что-то такое. Он говорит, в эту сцену я верю. Поэтому, конечно, всегда прислушиваюсь к Надежде. Но мы иногда так спорим. Знаете, с родным человеком всегда тяжело. С одной стороны, легко, потому что я знаю многих актеров, которые, например, любовные сцены играют хорошо только с женами. Угу. Но при этом, когда заходит спор, у меня есть мое мнение, у нее ее, и вот это вот термоядерный взрыв иногда может случиться. Поэтому, ну ничего, потом выдыхаем как-то. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».